многие написали мне, что им очень интересна распаковка, поэтому я буду снимать. Ну, это же снимать нет смысла, правильно? Что тут распаковка? Мультиварка Redmond. Мы ее купили по акции 50% скидка 3000 рублей. Дальше. Я забежала в магазин. Это мы купили две футболочки в Спортмастере по 99 рублей, тоже со скидкой. Если без скидки, вот она стоит 299 одна. Дальше я себе купила капус, к сожалению. Я хотела Егору порошок купить, но Егора не было, вообще ничего не было, кроме капуса. Взяла капус. Какая-то защитным комплексом. То есть там была обычная обесцвечивающая пудра и вот эта с защитным комплексом. Взяла с защитным комплексом. Конечно, понятно, что ничего не защитит. Далее я себе взяла 3% маленький оксид. И большую бутыль взяла 6%. За все это я заплатила 905 рублей. Вот, по-моему, даже здесь чек сохранился. Сейчас покажу. Да, 905 рублей. Капус 550 порошок. 275 большая и 80 маленькая. И теперь большая распаковка того, что мы купили в Ашане. А ты не помнишь, на сколько рублей мы купили в Ашане денег? Сколько мы потратили? Откуда я знаю? Нет? Ну, что-то около 4000. Мы купили арбуз. Этот арбуз нам вышел на 160 рублей. Я просто думаю, как снимать. Я купила котлеты сливочные. До 27-го. Ну, вот скоро будем есть. Потом я купила вот такие биточки с сыром. Дальше мы купили где-то еще две упаковки. Мы купили три упаковки вот таких ручек. Они стоят, вот эта одна упаковка стоит 10 рублей, 4 ручки. Дальше мы взяли майонез. Это само собой. Мы взяли макарошки по акции за 69 рублей. Что тут у нас? Взяли Биг Бон. Две штуки взяла Биг Бон. Не помню поскольку. Я сделаю потом. Розовые помидорчики. Вот эти все помидоры вышли на 80 рублей. Это их любимая нарезка колбаса. Вот он, второй Биг Бон. Лапша. Дальше, что тут? Я уже показывала. Это я взяла себе шампунь тоника от желтизны. Сейчас ее нет смысла. А, вот, Сережа себе набрал бомбочек. Это у нас бомбочка-яблочко. Еще он взял себе бомбочку с малиной, с жвачкой. И с чем еще? С кока-колой. Представляете? Это Сережа себе желе взял. Он уже показывал тоже. Потом две кашки. Малина и клубника. Дальше что у нас? А, ну вот. Это я тоже уже показывала. Это я взяла себе масочку. Ну, это чеснок. Это я взяла себе масочку. Это надо будет как-то отделить. Это перчик мы взяли. Красный болгарский перчик. Одна штучка вышла на 50 рублей 80 копеек. Это мы взяли огурчики. Огурчики стоили 69 рублей, где-то так. Это папа у нас взял себе краковскую колбасу рублевскую. Ой, раздавились. Это мы взяли спагетти. Тоненькие спагетти. Я больше люблю, которые тоненькие, а не которые толстые. А вы какие больше любите? Какие, потолще или потоньше? Мы любим тоненькие. Тоже где-то 69 рублей. Дальше я взяла масочку для волос. Для сухих и поврежденных волос, по-моему, тоже показывал, да? Все, один пакет мы разобрали. Сейчас надо еще вот эти два, три. Далее у нас идет. Ой, она вся растаяла, надо ее в морозилку убирать. Мексиканская смесь. А, вот я нашла чек. Мы нашли чек, и в итоге мы купили на 3 765 88. Вот так вот. На 3 765. Так. А, папа забыл пиво свое выложить. Ну и ладно, дома попьет. Дальше у нас идет. Сережа захотел красный перчик, а я взяла этот перчик, потому что... Брокколи еще. Да, мы взяли брокколи, капусточку, мы ее любим. Далее мы взяли, что еще? Горошек бондюэль. Акция была 69 рублей, баночка стоит. Ну, хлебушек вот этот мы берем нарезной, уже нарезанный. Дальше я взяла немного морковки. Морковка нужная штука. Папа взял себе водичку попить, акваминерали. Так. Дальше следующий пакет. Андрюша взял себе вот такой гель, себе Илюше апельсиновое дерево. А я себе взяла вот такой гель для душа, клубничка.
Вот, кстати, пахнет вторая. Вкусно. Да, это вторая упаковка, и где-то еще должна быть третья упаковка ручек. Ого, мы их взяли три. Взяли сосиски. Сосиски стоили 175 горошек. Рублей. Горошек взяли. Кстати, не знаю почему, горошек стоит дороже, чем кукуруза. А вот еще одна. Да, вот она, последняя, третья упаковка ручек. Вот. Папа взял сухарики с изюмом. А вот. Это Сережина, вот еще одна бомбочка. Китс со вкусом жвачки. Дальше. Еще... Это сливки. Это сливки я взяла. О, вот вторая. Да, вот еще одна бомбочка со вкусом колы. Кола. Дальше что у нас? Красная капусточка. Мы взяли не обычную вот этого белокочанную, а взяли красненькую. Дальше я взяла себе бальзам, потому что у меня бальзам кончился. Не знаю почему, мне почему-то захотелось взять шамту. Да. Взяли редисочки. Пакетик. Это грибы, шампиньоны. Это мы взяли шампиньоны. Кстати, они как раз растаяли. Сейчас я приготовлю булгур. Это мы взяли Илюше духи. Подарим ему духи. Взяли. Не знаю, какой запах. Так, это мой. Это сыр тофу, который мне не очень понравился. Но если посчитать, что там особо выбирать нечего было. Это сырок, да. Сыр. Такой небольшой кусочек вышел на 172 рубля. Это у нас папа стал вместо уксуса добавлять бальзамический соус-крем. Салат для салата. Вот вот такая вот распаковочка. На 3700 я вам показывала, 65, по-моему. Все это буду... Разглашу у нас тут в холодильнике. Ничего. Илья вчера купил 40 яиц. Спрашивается, нафига? Столько яиц покупать? Ладно, потом протру холодильник. Да тут колбаса. Воду надо вытащить. Нефиг, сейчас не так жарко, чтобы воду в это... Нарезку давай. Давай положим нарезочку. Еще где-то у меня бекон есть. Так, овощи, да. Тут нектар. Я не знаю, что Илья такой голодный. Я смотрю, тут и нектаринчики есть, и колбаска, и блинчики есть с мясом, я посмотрела. То есть, в принципе, если бы он хотел сильно есть, он бы мог себе приготовить покушать. А он не стал. Так что то, что он голодный, это, как говорится, его проблема. Просто соусы вообще-то не здесь, помидоры не здесь находятся. Соусы у нас здесь всегда были. Ладно. Ой, вернулись домой, да, сынок? Теперь работа непочатый край. Надо все вернуть на свои места, потому что все валяется непонятно где. Вот уже вообще здесь ничего нету. Что он здесь валяется? Надо выкинуть, правильно? Ой, произошло обновление в телефоне до 10-го андроида программное обеспечение. Сейчас Андрюше положу новую постельку. Он такой радостный. Всем доброго утречка. Дом, родной дом. Да? Все отдыхают. Проснулись уже. Даже Илья в 8 утра мы его разбудили, да? Или в 9? 8. Все, сейчас... Да. Ну тут я не знаю вообще, что вскочил. Сейчас буду готовить завтрак. Да? Андрюше омлет с беконом, яичница с беконом. А Илья постарался, как обычно, выделился. Он, пока меня не было, собирал, наверное, я не знаю, себе меню того, чтобы я приготовила, когда приеду. Потому что он мне заказал какие-то там бутерброды. Потом их сделаю, и если вам будет интересно, я сделаю рецепт попозже. Мы сами попробуем, потому что я же не знаю, что это еще за чудо, бутерброды. Я все продолжаю готовить завтрак. Я заказала себе в итоге телефончик. Заказала, как хотела, Samsung Galaxy S10, S10+. В магазинах он стоит 55-60 тысяч. Вот я вчера походила же. В одном месте 60 стоил, в двух местах 55. И я заказала через интернет. Сегодня мне его привезут. Заказала вот на этом сайте Цифрус. Изначально я заказала себе вот такой, по-моему, аквамарин называется цвет. Думаю, то у меня всегда белые, один раз черный, вот, опа. Думаю, надо зелененький. Еще были красные, но я так подумала, красный, блин. Это я буду снимать, все будут смотреть. В том плане, слишком, как красная тряпка для быка. И только что мне позвонили и сказали, что зеленого нет, остались только белые и черные. Белый перламутровый, который. Ну, я согласилась на белый, потому что черный что-то мне вообще не нравится. Еще я заказала к нему прозрачный чехольчик
И вот, вот такой у меня будет. Вот такой мне привезут. Вот перламутровый. Белый перламутровый. Вот такой. Сегодня мне его привезут. Вышло мне с чехлом из со стеклом в 43 300. И доставка. Доставка очень дорогая. Балашиху получается. Вот за доставку я заплачу 1040 рублей. Но он говорит, что если вы подъедете к какому-нибудь метро, то будет стоить 350. Ну, Андрюша говорит, пускай уже везет домой, уже ехать куда-то в метро-то. Вот. И поэтому сегодня вот вечером сказали, привезут. Вот, так что будет у меня новенький телефончик, потому что я посмотрела, там, по идее, должен быть и звук хороший. Про камеру я вообще молчу, я вчера мне парень там показывал, у него тоже S10, и он мне показывал, говорит, и под водой снимал, они в аквапарк ездили, очень классно, мне понравился телефон. Вот, считай, 20 тысяч это то, что Путин на детей давал, это я отложила, ну, плюс еще к этому я же копила, и около 10 тысяч мне добавил Андрюша. Вот. В итоге у меня будет сегодня новый телефончик. И у Сережи будет этот телефончик. Опа. Я думаю, для ребенка за 30 тысяч телефон очень даже хорошо. Хотела сегодня поехать за краской волосы покрасить. Кстати, арбузик мы взяли в Ашане. Кстати, Андрей ел уже, говорит, классный. Я еще не пробовала. Уже достали, поставили новую мультиварку. А старая вот внизу стоит. Илья сказал, что он другу какому-нибудь отдаст. Ну, пускай отдает, правильно? Она еще работает, но уже такая, со сбоями. Ее глючит постоянно. Ну, старенькая, 8 лет ей. Так что, пускай еще кому-нибудь послужит. Я не против. Хотела в центр съездить в железке, купить себе краску, покраситься. Потому что у меня такие уже корни. Вот, кстати, да, на черных волосах так было видно корни. А на белых, на светлых... Ну, видно, конечно, это бесспорно, вот седина, да? Сейчас я попробую. Ха-ха-ха, я поснимаю. Вот, видите, какая седина. Но это все равно не так бросается в глаза, как когда у меня были черные волосы. И, ну, позвонил курьер и сказал, что с 12 до 6 вечера ждите, я привезу. Так что сегодня, наверное, за краской не поеду. Я лучше подожду телефончик. А потом у меня, когда я получу телефон, соответственно, мне надо будет его настроить, переложить симки, переставить, поудалять все вот в этом телефоне, перенести на тот, поудалять здесь, потому что я его Сереже отдам, и чтобы он не лазил, где не надо. Я уже за краской сегодня не поеду, поеду, наверное, завтра. Ну, поставь. А у меня просто 10%. А как ты его заряжаешь? Я его не заряжаю. Что ты уже? Я у Даши забыл. А что, он твой IPC или что? Нет, обычный. А вот здесь? А что это такое? Обычная зарядка. Это ж китайский, а он там необычный. Серьезно? Да. Она удлиненная, нет? Да, Илья? Что там пишешь? Что там? Не надо мне. Ну, салам алейкум. О, 47%. Кстати, он долго сажается, да? Он долго сажается, там уже 4200. Дай мне иголку. Что тебе дать? Иголку. А зачем тебе иголку? Чтобы синку достать. У тебя есть иголка? Да нет, я чуть-чуть. Вот, а у меня есть. Дай тебе, Максим? Давай. Что ты хочешь показать? Покажи. Ну, это наша группа. Учащихся? Нет. Это. Где ты работаешь? Нет, это где мы это движуху в городе ставили. На машинах. На машинах? Да. А у тебя есть права? Нет. А у остальных есть. Вот это... Амерклад. Амерклад. Подписываемся. И что вы там делаете? Гоняете на машинах? Просто ездим на сходки, ну, то есть собирается какая-то группа людей, uh-huh. Вот, там собирается много машин, вот, кто-то там это жжет резину, кто-то музыку наваливает, ну и подобное. А где вы собираетесь? А это по-разному. Ну, чаще всего на весне, это ТЦ «Весна»,
Вот, где-то на Глобусе, это в Балашихе, ТЦ Глобус, потом... Ну, там собираются все, кто в Балашихе живут, да? Нет, бывает. А, а еще сейчас скоро автобезумие будет, это очень трэш. Ясно. Подписываемся. Хорошо. И вот этот скотч надо отклеить. Давай. Это Илья экзамены сдавал, специально камеру заклеил, понял? Чтобы все мутно, типа, было не видно. Да ладно, давайте там. О, все. Илюх, какой пароль? По-моему, о, там лет. Пароль, блин, из 20 букв и цифр. Сейчас я его уберу. Сейчас. Да, убери его, пожалуйста. А, нет, стой, подожди, сейчас телефон перезагружу. Не надо. Чтобы симка засчиталась. А ты вставил, да, обратно? Кого? Нет, конечно. Какой ты? Так она у тебя в руках какие-то там. А что ты телефон не зарядил? Пошел. Я с 6:40 уже в машине. Уже гуляешь? Да. Ну и как, я по делам ездил. Мне надо было с другом сидеть. Вот смотри, ты говоришь, что ты хочешь сдавать на права, да? А Максим говорит, вот у него машина уже есть, кстати. Он все заработал и купил. Ты в курсе, да, что у него своя машина да, есть? Да. Вот. И это. А я все к чему? Максим сказал, что он будет сдавать на права в 18 лет. Почему? Потому что если сейчас заранее ты сдаешь права, потом будет еще пересдача, как бы. Да, дополнительно. Будет. Сдавать второй раз, потому что тебе, ну, ты получил права, да, то есть ты их сдал, но ты их не получил 18 лет. Ты опять приходишь. 18 лет их просто. Ты их не просто не должен показать, то, что ты ничего не забыл, то что ты опять это все будешь делать. Да, нет смысла по 100 раз пересдавать. Есть, да, будет 18 лет, ты пойдешь сдашь себе на права и все. Понял. А то... У нас, смотрите, босс молокосос, и все по акциям в магните. Бананчик, которым... Кстати, мы можем еще одну игрушку же взять, у нас же есть. Да. Только надо найти. И... Беззубик. Только что мне принесли мой телефончик новый. Я не снимала, просто, ну, зачем? Вот он, Galaxy S10+. Конечно же, я уже его видела, потому что парень, который его принес, он его распаковал. Он был запакованный полностью. Еще я заказала вот такой прозрачный чехольчик. Видите? Прям прозрачный. И вот такое... Сейчас это пленочка на... Это была пленочка на нем. Так. И вот такое стекло. Оно все переливается. Бронированное стекло. Так. Оп. Я не буду прям что-то такие какие-то там супер обзоры что-то делать. Вот. Вот он телефон. Да? Так, как его отсюда вытащить-то, чтобы не поцарапать, не дай бог. Вот он телефончик. Вот так вот он в руке. Сейчас буду с ним знакомиться. Все переносить с опа на этот. Классный. Я заказала сначала аквамарин, я уже говорила, но аквамарина не было, и поэтому мне предложили либо черный, либо перламутровый. Я выбрала перламутровый. Ну, кстати, хоть и опа не передает цвет, да? Ну, классно все. Это я уже залапала пальцами. Камера, мы уже тут Сережу фоткнули. Фоткает хорошо. Да, будем знакомиться. Дальше у нас идет вот USB-адаптер. Зарядка. Зарядка. Обычная зарядка. Вот она. Потом ее достану. Ну, иду. И идут еще здесь наушники. Вот. У меня как раз наушники сломались. Самое то. Вот такие наушнички. Клевые. Причем вот эти, вот это, она как будто как не резиновая, знаете, а тканевая, что ли, да, вот как плетенка вот идет. Классно. Надеюсь, они подольше послужат. Когда смотрела обзор этого телефона, там говорят, что звук очень хороший, стереозвук. Так как я напоролась вот на этот ОПА, и со звуком здесь было все не очень хорошо, поэтому я специально смотрела, чтобы был хороший звук. Это для меня было очень важно. Ну и, конечно же, в S10+, тут стереозвук, два динамика, я так поняла. Один сбоку, другой снизу, по-моему, так.